А спорим, за 3 секунды невозможно подписаться и набрать 3000 лайков. Ребята, всем здорово! С вами, как всегда, Димка, Юрка, мы в GTA 5, а у нас шоу «Узкая низка». Здорово, народ! Сегодня, ребята, мы будем проезжать по шлагбаумам, и ваше любимое шоу у нас опять-таки вернулось на канал, и я надеюсь, что вы поставите сюда 3000 лайков, и тогда это шоу выйдет вновь. А также, ребята, не забудьте подписаться на канал, проверить подписочки, потому что ежедневно по 200, 300, 400, бывает, даже отписывает самопроизвольно YouTube, и как бы страдают даже активные пользователи. Обязательно проверь, если вдруг тебя отписало, подпишись по новой, и, кстати, отпишись в комментариях, что там у тебя, как дела вообще. И, ребята, также не забудьте подписаться на мой телек. Телеграм-канал, ссылочка у нас будет в описании. Там я могу с тобой пообщаться, на ты и ответить на все твои интересующие вопросы. А также, ребята, суть чуть-чуть у нас такая, что мы должны проехать до, получается, полтинника, заработать максимальный балл. И, как видите, здесь очень узкий и очень низкий, грубо говоря, шлагбаум, под которым практически невозможно проехать, но мы попытаемся. А мы, в общем-то, ребята, готовимся и сейчас будем уже начинать. Первый раунд мы будем спанить по одной тачке и смотреть, кому что выпадет, Дракс. Супра, нифига себе, кстати говоря. И ну, такая такое. Себе, грубо говоря, да, БМВ. Полетели, ю-ху, надеюсь, что у меня все получится, потому что, ребята, я бы хотел сегодня победить. Я очень надеюсь, что вы уже прописали в комментариях, как ваши дела. А самое главное, ребят, напишите в комментариях, как ваша погода. Вот реально, прямо сейчас градусы напишите. У меня, допустим, просто 15 градусов тепла. И это очень-таки приятно. А как ты проехала, я так и не понял, что-то, а? Сам не знаю. Заметил, она кого-то, знаешь, как понял. Масло. Вау! Сам реально что-то было. Что-то было странное, понял. Крыша прозрачная наполовину. Так, работает. Нет, 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 нет. Ребята, мы переходим на следующий раунд. По баллам у нас получается по 28. Смысле ждать. Как бы нечего ждать, надо работать, понял, да? Красный свет, вот именно, красный свет на это. Уйди ты нахер. Но у тебя не получится ничего. Короче, у меня 28, это 100%. А у тебя по итогу последний раз пробуешь? Да, да, нет, нет, как говорится. И по итогу у тебя тоже 28. Не, ну, все погодь, понятно. Погодь, да не, она не проедет, я тебе более чем уверен. Да ну попробуй последний раз. Я не очкую, потому что я вижу, что она не проедет. Она слишком высокая. Ну все, теперь последний раз. Теперь наверняка, но я думаю, не проедет. Ну пробуй. Ну пробуй, давай, давай, давай. Вот смотрите, самоуверенный, как говорится. Да, да не проедет твоя лобовуха тачка слишком высокая. Дает, видел, поэтому, видишь, ребята, да. Лобовуха. По 28 у нас с тобой баллово, мы переходим на следующий раунд. Ребята, мы готовы для спауна следующих тачек, пока ничего не спаунится. Что? Опа. Прикольный Дракстер, грубо говоря, и Форд. Форд я брать не буду, так, а вот Дракстер я как бы возьму. И... А о. У тебя... Так, мы используем все? Только аддоны, грубо говоря. В этом шоу, да, только аддоны, и у тебя почему-то только одна тачка должна быть. А, нет, две, все честно. Куда ты третью спанишь, Вась? А, две? Куда ты третью, да? Две. А проиграешь и спанит только одну, грубо говоря. Ну, давай, окей, со следующего раунда будем использовать все подряд. Да, мне прям интересно. А чё бы нет, как говорится. Но мы вряд ли, нет, мы используем только аддоны. Вспомни, я не знаю, как у тебя в шоу, но здесь мы используем только аддоны. Так, я проехал на полтинник на изи вообще. На изи, грубо говоря. Офигенно, блин. На 50 я проехал на моем Драгстере, да. А твоя получается... Это не Драгстер, конечно, но... Твоя не проезжает? Неплохо. У неплохо. А что ты ее взял, если мы на этом раунде решили не брать обычные тачки, это а со следующего решил. Брать? Я не решил так. Мы вообще никогда их не использовали в моем шоу, поэтому ничего не знаю. Ребят, напишите ему в комментариях о том, что Юрчик не тупи. Да, потому что мы не использовали обычные реплейсовские тачки. Мы использовали только аддоны в этот раз. Ну, а сейчас мы сделаем исключение, будем использовать все подряд. Ну, у тебя понятное дело, что 29, я предлагаю отправляться на следующий раунд, ребята. Да. Пока что у меня все очень даже хорошо. Ребята, готовы заспанить наши следующие тачки? Вау, неплохой так-то SLS и Mazda. Брать я ее не буду, конечно же, а вот SLS я как бы возьму. У тебя Шевроле. Полетели, попробуем. Да. Надеюсь, ребята, что сейчас мы и вновь поставим 50 баллов. Это будет прям мега сказочно. Потому что я очень надеюсь на, как я уже выразился, сегодняшнюю победу без какого-либо сопротивления. Я тут высокий слишком, я, кажется, не проеду. А у тебя там как дела? Что-то я меня залагал? Все. А, не, ты застрял? Серьезно? Вообще? Тебе помочь?
А, не, понял, ты выехал. Ребят, я думаю, что тут как бы все ясно. Крыша у меня не ломается. Я предлагаю таки отправиться тогда уже на следующий раунд, если у тебя как бы то же самое. Потому что у меня 29 баллов, и я, мне кажется, дальше точно не проеду. У тебя там как дела? Ну, я все, Габелло, все. Окей, 29-28, мы баллы записали. Вновь у меня две тачки, у тебя одна. Погнали, заспауним на следующий раунд. Ну что ж, друзья, мы готовы опознать дзен, как говорится. Что? Что? Офигеть просто. А у тебя малютка, у меня Кадиллак, ребята. Ну попробуем, поехали. Да, сейчас будет мега разрывная, получается, бомба вот именно этого Кадиллака, потому что он, мне кажется, даже 24 не проедет. А что, 25? Слушай, а это таки неплохо. Ну, ты точно где-то рядом остановишься. 27, мне кажется, у тебя будет все по толочку. Ребята, да, конечно, балла отыграть, как бы тебе это клево было бы. Я на 26. Ну, на 26 многие доезжают. Что, простите? Вот дальше нет уже. Попробуем вновь еще раз. Ну, типа, если... Ты проехал дальше? Нет. А где ты? Здесь же. Ты, я вижу, на 27 уже. Ну, тут-то я был. Серьезно? Ты меня был на 26. Давай. Серьезно? Ну, меня почти он проезжает. Давай, до 26. Ты меня вообще стоишь в центре, но на одном месте, чтобы Да, короче, я попробую еще раз, короче. Подожди, у меня точно проедет тачка. У меня точно проедет, смотри. Вот так вот, изи. Так ты на 26 видел? Уже был. Нет, что? Я был на 25. Я был на 25, понимаю. На 26 уже все точно. Точка, как говорится. Один балл за тобою, две тачки при этом у тебя также в кармане. Ребята, мы переходим на следующий раунд. Пока что тебе повезло. Но лишь только тем, что мне заспанилась плохая первая и вторая тачка. Так, первая есть у тебя, вторая у тебя как бы есть. Чего? Что это? Ребята, я заспанил обычное колесо центрифуга, блин. Полетели, попробуем, посмотрим, какая она по факту. Что? Е-мать! Понимаю. Главное сейчас тебя не испачкать. Она едет и едет, кстати. Во, что? Ты видел? Прилетел. Я не сверху пролетел, меня, получается, опустило ее. И я как-то пролетел сбоку. Что? Вот это интересности. Мне это уже интересно. Так, ладно, я возьму разгончик. На 28 я-то уже был, это приятно. Я бы хотел на 29. Давай. Она, короче, понял, заваливается на бок, и это позволяет как-то проезжать, но... Но не в этот раз, как говорится. Я машину просто чуть сломал, я вижу. Я предыдущие два шлагбаума проехал именно таким образом, что я, грубо говоря... Вау! Я сидуху! У меня шина вообще порвана, чтобы через, ты понимал, твоя. Получается, шину, да, уже, получается, проломил. Но и мне кажется, что это все. Это, грубо говоря, ребята, мои 28, к сожалению, балла. У тебя 30, да? Я понял, как мы проедем. Я понял, как мы, ребята, проедем. Смотрите. Да капец! Ну вот так вот, если по боку ехать, грубо говоря. Стопе. Вот это уже интересно. Ты просто по стене, наверное, поедешь и все. Но мне интересно, подожди-ка, попробуем еще раз. Ну да, да, короче, она типа рядом, но короче, и по итогу... Короче, я не проезжаю, к сожалению. Ну да, ее тупо, короче, откидывает, грубо говоря, в обратном направлении. Не ты туда, а в обратном направлении. Да я вижу, у тебя ничего не осталось, как и, в принципе, от моего колеса. Ребята, не, конечно, колесо это было прикольно, классно, такого мы еще не видели здесь, на этом шоу. Ну а мы отправились тогда на следующий раунд. Пока что у тебя еще плюс 2 балла и 2 тачки на спаун. Ну-ка, давай-ка заспауни себе 2 внедорожника, будет приятно посмотреть. Давай. Неплохо, вот это жестко. Не вижу ничего пока. У меня полицейская Феррари. А второе что было? Микс из лога получится. Понял, принял. Так, а я по итогу. Фольца заспанил. Фольксвагена заспанил, прикольненько. Не, на самом деле он, короче, косячный. Ты видишь, у меня что-то задним стеклом не то. Я думаю, что нужно его переспаунить, попробовать другую машину. Он нормальный, он летает неплохо, так что... Why? Не проканает. Я поломал. Слушай, я знаю то, что твои мигалки тебя точно далеко не пропустят. И если это будет по 28, есть это такое, будет да. Уже хорошо, потому что по 2 тачки уже есть шанс как минимум. Это, ребята, спанить плюс-минус одинаковые. Так, допов нету. Тачки в том плане, что шансов будет одинаково. Ну, допустим. Ты проехал? Вообще не пропускает. Надеюсь, что нет. Мигалки. Нет. Ну все, я думаю, что по 28 баллов мы записываем, отправляемся тогда на следующий раунд.
Ты со мной согласен? Да, и не проезжает, и тоже, как бы, да, ребята. Отлично, по две тачки теперь у каждого, это круто, и идем дальше. Ну, допустим, у нас по две тачки. Чё тебе заспаунит рандом? Давай-ка, покажи нам первую машину. Понял? Пойдет вообще хорошо. Да. А, понял, а вторая... Понял, как минимум я ее и возьму, соответственно. Так, Мерса ты удалил, да, все четко, полетели. Моя точно не доедет до полтинника. Я в этом уверен. А вот что по твоей, это уже другие вопросы. Себе за Соня. Нюхни бебру, как говорится. Бобра нюхни лучше. Или бебру бобра. Ты проехал? Давай, я проеду. Я проехал. Ебать. Да ну тебя нафиг, полтинник, ребята. Это сильно тут сразу резко шансы увеличиваются в твою сторону. Потому что ты конкретно за последние там 3 раунда еще где-то плюс 5 сделал баллов, и я их как раз таки сейчас и проигрываю. Обидно, ладно, 28, и я думаю, что тут все, крыша вообще статичная, она не ломается и не гнется. Обидно, ребята. 28 у меня, 50 у тебя, это, конечно, было круто, а мы идем на следующий раунд. Да, наконец-то я получил первую тачку. Слава тебе богу. Мне, короче, что-то залагало, ребята, и по итогу... И по итогу, как вы понимаете, я долго пытался заполнить эту тачку. И это, в принципе-то, я так полагаю, корвет какой-то странный, новый, да? Посмотрим, вопрос, как он проезжает. Но не новый. Вау, ебать! Что ты сделал? Я вообще не почувствовал, проехал. У тебя там как дела? Ну, я не проеду, наверное. Я как-то ударил тебя, грубо говоря, да, и проехал сама, произвольно. 30 у тебя, грубо говоря, да, у меня полтинник, и я очень надеюсь, что ты не проедешь дальше, потому что если проедешь, то будет максимально неприятно. Все, окей, переходим на следующий раунд, как бы 30 баллов мы тебе записываем на твой, получается, счет, да ты не проедешь. Ну, как я и сказал, погнали. Да, что-то такое. И так как у меня две тачки, давайте-ка я заспавню их первым. У тебя именно та? У тебя же она, не по-моему, знаю, с прозрачной крышей. Она у тебя с прозрачной крышей, по-моему, ребята. Понятия, да ну нафиг! Офигенно, блин. Просто обидно. Да, она у тебя с прозрачной крышей вроде как, поэтому ты должен проехать. Ладно, пробуем, ребят. Надеюсь, что Диабло моя. Да, у меня тоже прозрачная крыша, ты был прав. Да, отлично, ребята. Это был мега быстрый раунд. По 50 баллов мы с тобой заработали, ничего даже не почувствовав. И едем тогда дальше. Да, давай. Осталось не так много раундов, и у нас с тобой по две тачки, что неприятно. С одной стороны, потому что шансов да капец. Ты еще и Бугатти заспавнил очень хорошую, которая, по идее, должна проехать. Возможно, но она все-таки выше, чем твоя Бугатти. У меня шансов поменьше. Ну, посмотрим, ребята, посмотрим. В любом случае, у тебя очень быстрая Бугатти, точно знаю. И, по-моему, на полтинник она на изи проезжала. Ну, или нет? Пока не на изях, но проехал. Да, проехал. Отлично. Ребята. Ну, тут как бы понятно было и без слов, как говорится, но 29 баллов у меня, мне кажется, что все. Голубой к голубому притянулось, и голубой к голубой отпускать не хочет. Ладно, ребята. Поехали на следующий раунд, кто понял, тот понял. Поехали далее, ребята, спавним следующей тачки. Вау, вот это то, что мне и надо. А у тебя тоже неплохо, да. Тебе просто вообще не повезло. Полетели, попробуем, ребята. Надеюсь, что моя проедет тачка. Мой новый Porsche, ребята. Porsche хорош. Вопрос, Porsche доедет ли? Проезжал вроде. Но я точно не проеду. Да, конечно, 50, изи. Вообще изи. Ну, цепанулся, конечно, но доехал. Ребята, седьмая тачка уже на финише у нас. Твоя точно не доедет. И значит, это да, может как бы не радовать. Это все. По баллам вроде бы как у меня все более-менее хорошо. Но мы посмотрим на монтаже. Твои баллы 28 записали, идем дальше. Примерно еще пару раундов у нас отделяет от конца в этой рубрике, в этом Яга шоу. Какая-то. Я пока спавню первую, мне ничего не спавнится, Маверик. Ну, понятное дело, что я его и возьму. Полетели, братишка. Эх, Маверик проезжал. Да? Отлично. Это не может не радовать, ребята. Проезжал. И еще вот не пол... 50 баллов, грубо говоря. Так, я проехал до 30, вопрос, конечно... Проеду ли я до полтинника? Ну да, на изи вообще проезжаю. Без каких-либо проблем. Это получается уже моя пятая тачка. У тебя пока только 3. Но мне кажется, твоя не проедет. Здесь у тебя слишком высокая. Она хотя бы 30. Уже было бы хорошо. Не дает. Не дает, да. И по итогу... Да.
Ну, все понятно. Окей, переходим на следующий раунд и погнали далее увеличивать наш разрыв. Так, ребята, спаним следующие тачки. И у меня, чтобы ты понимал, все ужасно просто. У тебя Rocket Voltic. У меня X4, грубо говоря. И огромнейший какой-то пикап, который я брать, естественно, не стал. На Voltic ты можешь сделать примерно меньше разрыв, но до полтинника это уже другие вопросы. Слушай. Что? На 30-ку я проехал. Я проехал с помощью скоряшки, нормально. Серьезно? Понимаю, но ты посмотри, куда я доехал на X4, типа до 27, что? Я больше в этом удивлен. Потому что, в смысле 27? Ну, я думаю, дальше он точно не проедет, ну, ребята, но... какой-то, я вижу арки. Да, вот именно, то, что он как бы хорошо проехал до 27, это прям надо дать ему должное. Поехали дальше. И так как у меня одна тачка, я ее сейчас заспауню и посмотрим, что там у меня. Так, Мерседес, у тебя там что? Что там? Опа, нифига. Так, Subaru. Первая, вторая. О, ну Subaru, понимаю, бери. Окей, пробуем. Я надеюсь, что, ребята, может у меня там прозрачная крыша? Прозрачные стекла? Хоть что-нибудь прозрачное? У меня точно не стоит машина. 28. Так, я до 29 проеду. Я до 29 проехал. У меня очень сильно помялась крыша. У меня даже башка выше уже, чем сама крыша. Но я, к сожалению, не проезжаю дальше. Это предпоследний раунд у нас был. Следующий будет у нас последний. Чисто вот последний. Я все как бы. Прикинь, ты не проезжаешь, да? Ну я хотя бы дальше, ребята. Я хотя бы дальше, это уже хорошо, потому что две тачки у меня будет на спаун, у тебя одна. Балла мы сейчас записали. И погнали, ребята, на заключительный последний наш раунд. Спауним следующие тачки и смотрим. Так, ты давай-ка первый свой спауни. Первый. Единственный Феррари хорошая. У меня лампа хорошая. И, естественно, я беру... В общем-то, эту ламбу. Она низкая, ты прикинь? Она цепляется. Ну, когда назад сдаешь, короче. Я вижу, да. Ну, мне кажется, она должна проехать до полтинника. Без каких-либо проблем. А, нет, проблемы есть. Да ладно. Не-не-не-не-не-не-не. Мы должны проехать, ребята, блин. Я хочу 50 баллов забрать этих. А у тебя как дела? Ты почти тоже проезжаешь. Так, ладно, ребята, я буду пробовать, как говорится, до последнего. Знаете, нет, даже то, помог. Что ты меня врезался, да, даже не помогло. Я не проеду. Даже так, да? Ладно, я попробую пару раз, ребята. Я хочу на полтинник проехать. Я точно знаю, что одна из таких машин модификации у нас проезжает. Это не она. Это не она. Да, это вообще не она, и она как бы... Ну, это какая-то подвеска очень мега странная. Понял, она какая-то, не знаю, плавающая. Да, пожалуйста, давай-ка. Ага. Ну, я, кажется, ну, что все по итогу. Плюс да, меня не пропускает, ребята. Обидно, я думал, что в конце мы закончим полтинником. Полтинником. В любом случае, у нас здесь очень много крутых, классных тачек. 5 тачек у меня на полтиннике, 4 как бы тачки у тебя. Мне интересно, что, конечно же, по баллам посмотрим по итогу, по монтажу. А вы уже видите, кто все-таки победил. Спасибо огромное, что кто досмотрел до конца. Напишите хэштег «Я здесь был», если ты досмотрел. А также желаю вам хорошего настроения. Всем пока-пока, друзья. Пока, народ.